Зеланд. На самом деле мы делали это не для нас, а для моей мамы. Она хочет сюда приехать на свой отпуск. И мы думали, что мы должны прислать ей приглашение, но мы не можем ей прислать приглашение. Короче, неважно. Фишка в том, что нас все время пугают в универе этим иммиграционом, что если мы плохо учиться, они позвонят сюда и нас сразу депортируют без еды и билетов 25-часовым полетом обратно в Москву. Но оказалось, что даже в Новой Зеландии очень распространено частный бизнес, потому что, ну, очень легко открыть свой собственный бизнес здесь. И даже иммиграция – это частный бизнес, о чем у них там написано прямо на входе, что это частный бизнес, уважайте наше личное время, все в таком духе. И там очень мило, там лежат ковры, там такие приветливые люди. Сегодня очередной необычный день, поскольку у нас нет обычных занятий. Вообще с Ли редко бывают обычные занятия, как вы уже, наверное, убедились, если смотрели предыдущие выпуски. Сегодня он только буквально там 2 часа потратил на то, чтобы объяснить нам, что нужно знать перед экзаменом. И после этого мы отправились в вот этот замечательный ресторан. Это турецкая кухня Zeytin's, оливка называется по-русски. Это отличное место, здесь довольно много народу для ланча, и здесь много опций, здесь есть обычная, да, еда, мясная еда, есть вегетарианская, есть глютен-фри, есть безмолочные всякие вещи, так что реально, ну, подходящее вот, ну, для большой компании, такой, как у нас довольно большая группа, больше 30 человек, насколько я понимаю, да, нас? То есть это очень-очень-очень крутое место. И я наконец-то нашел место, где можно съесть шаурму. Поэтому я вдвойне счастлив, это супер круто. Так что. Если она будет вкусной, ты будешь счастлив. Безусловно, если она будет невкусной, мы откроем свою шаурму с блэкджеком и сами знаете чем. Потому что здесь реально проблемы с шаурмой. А русский человек, он не может жить без шаурмы, я считаю. Поэтому. Самое русское блюдо. Да. Поэтому мы ждем заказ, поскольку мы все одновременно, все 30 человек заказали, я думаю, что мы поедим где-то к ужину. Пойдем покажем, сколько людей там сидит. Пойдем. Пойдем. Идем. Расскажи про шаурму. А я пока не могу ничего рассказать про шаурму. Нам ее принесли. Да, ее принесли. Посмотри, она огромная. Смотри. Да, она огромная. Это не шаурма. Такая это такая же шаурма, примерно как Нижний Новгород, где мы едим обычно. Да. Это только наша шаурма стоит 160 рублей, а эта шаурма стоит $17. Она должна быть 17 баксов. Бомбически, да, волшебная шаурма. Волшебная шаурма. Ну, приятного аппетита. Спасибо. Почему ты мог выбрать 2 соуса и выбрал 2 майонеза вместо разных интересных там гарлик, минт, авокадо? Душную шаурму не кладут никакой гарлик, не кладут майонез. Сурово. Поэтому, ну, на самом деле я не жалею. Сейчас первый же как бы укус с этим майонезом получился очень вкусным.
Новой Зеландии все очень честные. Но сейчас я расскажу вам урок о том, почему не надо быть всегда честными. Потому что мы готовили по одному из предметов работу с Алёшкой на двоих. И в конце мы должны были написать, кто из нас сколько сделал. Ну, мы с ним честно поделили 60 на 40, поскольку я больше писала, а презентацию мы делали, ну, неважно, не буду вдаваться в детали. Так знаете что? В итоге нам поставили не одну и ту же оценку каждому, а мне поставили чуть-чуть больше, чем Алёшке, и теперь получается, что я уже набрала достаточно баллов, чтобы не идти в этот четверг на экзамен, а Алёшке придется вместо того, чтобы работать или отдыхать, идти и добирать свои несчастные 1,5 бальчика, 1,5, которые ему сняли за то, что он сделал 40%. И что? Это вывод, что нельзя быть честным. На этом мы заканчиваем сегодняшний влог. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Нам, как всегда, важны ваши комментарии, поэтому если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, не забудьте задать их в комментариях. Не забудьте также поставить нам лайк. И до скорых встреч. Пока!